Криштов. Чебыкин перед вратарем Червени. Так, Чебыкин ставит клюшку. И здесь важно оставить шайбу в чужой зоне. Справляется с этой задачей Николай Елисеев. Елисеев в угол. Файзулин. Гол! Гол! Файзулин! Из не самой очевидной позиции бросил и попал. Адмирал сравнял. 2-2. В ближний зашла. Из-под обросимого шайба вылетела. Наверное, дорожка не видел, раз пропустил в ближний.